Продолжаем информбюро. В Восточном Казахстане госслужащего и общественника осудили за попытку украсть дом. 4 года бесхозное деревянное строение стоимостью 9 миллионов тенге простояло в этнопарке. Злоумышленники решили его разобрать и вывести. Сруб – это часть проекта «Город молодых», который начали реализовывать еще в бытности акимом области Бердибека Сапарбаева. Деревянное строение, которое назвали «Домом заботы», подарил столичный общественный фонд. Аким сменился, и проект заморозили из-за нехватки средств. А «Дом заботы» сняли с баланса общественного фонда, но и на баланс этнопарка не поставили. Согласно материалам дела, бесхозным зданием заинтересовались госслужащий и общественник. Они составили липовое письмо от фонда, подарившего дом, с требованием вернуть подарок. Сруб быстро разобрали, но вывести его не удалось. Им помешали. Почти 1,5 года шли судебные разбирательства. В итоге бывшего заместителя директора архитектурно-этнографического природно-ландшафтного музея-заповедника Казбека Устемирова и общественника Ерсына Кудиярова приговорили к 3 годам ограничения свободы. Дело было заведено 28 сентября 2018 года, да, по факту хищения. Но меня к этому делу, как сказать, привязали только уже в апреле 2019 года. То есть, когда уже возник данный преступный, как сказать, замысел, да, меня за мою гражданскую позицию, мою активную общественную деятельность привязать к совершению данного преступления, хотя я на нем изначально никакого участия не принимал.